Добрый день. Я Кузнецова Светлана Леонидовна, ветеран Союза театральных деятелей. В этой клинике я с самого-самого первого дня. Я хотела бы сказать много добрых и хороших слов о нашем терапевтическом отделении, конкретно о нашем терапевте Серебряковой Оксане Евгеньевне. Это чудесный, замечательный, добрый, трепетный человек и отличный специалист. Она всегда поможет, она даст направление. Ну, сегодня наши терапевты превращены в больших администраторов, и в ее руках все проблемы нашего здоровья. Она направляет нас к определенному специалисту. Но ведь она держит это все на таком человеческом контроле и настолько помогает нам разобраться, где, как и куда нам пойти дальше, что есть большие хорошие результаты от ее лечения, от ее отношения к нам. В общем, огромное-огромное ей спасибо.